В Мангыстауской области число погибших тюленей достигло уже 289. Тушки краснокнижных млекопитающих нашли во время мониторинга береговой полосы сотрудники регионального управления рыбной инспекции. Специалисты предполагают, что их вынесло на берег штормовым ветром. Представители госорганов и ученые работают в Тупкараганском районе уже неделю. Взяты все необходимые анализы. Член регионального экологического совета Адильбек Казыбаков считает, что необходимо пригласить независимых экспертов. Ситуация с гибелью тюленей регулярно повторяется. Их выносят на берег в разложившемся состоянии. Я считаю, что необходимо привлекать экспертов со стороны. И не только по гибели тюленей, но и в целом по изучению биоразнообразия моря. Ни для кого не секрет, у нас в стране дефицит специалистов.